Вот так просто и на шпагат. Участницы чемпионата России по кикбоксингу в разделе «Лайт контакт» Варваре из Брянска не такие упражнения по плечу. 16-летняя спортсменка уверяет, благодаря кикбоксингу любой человек любой комплекции сможет многое. Этот вид спорта развивает массу полезных качеств. Силу, волю, координацию движений, гибкость, ловкость. Мама мастер спорта по дзюдо, а папа тренер по кикбоксингу. Я решила идти по традиции быть спортсменом дальше. Не пожалела? Нет. Так же, как и Варвара, в Омск на чемпионаты первенства России приехали сотни парней и девушек. Под сводами манежа «Красная звезда» сразу на трех площадках сильнейшего выявляли более 450 спортсменов. За 3 соревновательных дня турнир посетили более 2500 зрителей. Здесь вид спорта, который... У нас нет нокаутов, здесь работа на технику 50%. Поэтому здесь много ребят, детишек, которые как бы для начинания, чтобы перейти в ринговые дисциплины, они здесь сначала проходят путь, чтобы туда перейти на более жесткие. Главная цель соревнований – выявление сильнейших спортсменов для включения в составы сборных команд России для участия в чемпионате Европы, первенстве мира и других международных соревнованиях. То есть победить здесь явно хочет каждый. В этом напряженном поединке амич Александр Лапаев не оставляет сопернику никаких шансов и делает еще один шаг на пути к сборной. 5 лет занимаюсь кикбоксингом, но сейчас время такое. То есть и сюда пришел как бы... Боксировать. Чего хочешь добиться в этом виде спорта? Какая у тебя цель? Ну, тренером стать охота. Почему? Ну, не знаю, нравится мне и ничего поделать не могу. Наш регион принимает соревнования такого уровня уже не в первый раз. В Омске хорошая спортивная база и грамотные организаторы. Как результат, позитивные отзывы участников. Организация классная, места много. Автобус нас возит, все четко. Все герои нашего сегодняшнего сюжета заняли на соревнованиях призовые места. Эмоциональный Сергей Гоголь – третий в весовой категории 63 килограмма. Амбициозный спортсмен и будущий тренер Саша Лапаев из Омска взял бронзу среди младших юниоров 47 килограммов. Варвара Азламец, целеустремленная тяжеловеска из Брянска, также третья в своей категории. Победителей и призеров соревнований отдельно в каждой весовой категории наградили медалями, дипломами и памятными подарками от Минспорттуризма России. Пожелаем всем участникам чемпионата и первенства России по кикбоксингу дальнейших успехов.